Все быстро, совещание в центр, совещание, ну, нужно всем посоветоваться, быстро, кто телепорти... Наташа, с тобой все нормально в этой жизни? У нее нет. Это кошмар, она просто у меня вот, вот так летает на стриме. Все... Жиза. Ты че, откуда? Я тебя заранее предупреждаю, у меня все выпадало после смерти игроков. Иди сюда, да. Давай, быстро. Почему? Пусти голову. Подожди, это, я ему там давал еще это, он сейчас так, это... Так, ты себе не присваивай. Ты тихо там будь. Раздевайся. Я ему яйцо отдал, дракона. Тихо будь. Раздевайся. Нет. Раздевайся. Да нет! У меня места нет. Раздевайся. Что у тебя за требования ко мне? Снимай штаны. Нет, тем более нет. Быстро сюда штаны дал. Тем более нет. Если я сдохну. Чуя, полагает, если я сдохну, хардкор закончится, ты же это знаешь? Ну ты же понимаешь, что, что вот, смотри. Снимай штаны, иди сюда. Это тем бессмертие. Хорошо, штаны снимай, сел. Давай, хорошо. Давай сюда. Давай, обмен, давай быстро. Нет! Дай мне штаны! Это не равноценный обмен! И хорошо, стой! Подожди, я моя правая рука! Вышел! Я готов сейчас! Дай мне 5 секунд, дай 5 секунд! Вышел отсюда, вышел! Смотри, вот благодаря вот этому ты не сдохнешь. Не-не-не, вышел отсюда, вышел. Клайп, зайди, теперь ты моя правая рука, заходи. Вот то есть вот так вот! Ты! Все. Я тоже могу быть правой рукой и левой ногой. Я сказал, я зайти! Подожди, ты мне еще что-то предъявляешь! Да, все, ты мне больше не должен! Уходи! Вот так вот! Ты забиваешь свои трусы! Держи штаны, вот я... Спасибо. Со мной ты больше не живешь, понял? Ты вернулся! Уходи! Я верю в тебя! Уходи! Одни штаны, дверь, вот закрой, чего закрой, я закрой дверь, стоил, с другой стороны дверь закрой. Да, вот чего я для тебя стоил, да? Ушел, знаешь, ушел, покинул. Я тебе яйцо свое дать. Я тебе сейчас свое яйцо дам, уйди. Давай! Покинул помещение. Нет! Покинул помещение, я сказал! Я тебя не брошу! Крейт, ты меня заколебал, выйди отсюда. Мистер Эдисон, можно я пойду подстраивать домик, пожалуйста? Так, давайте все на центр, мне нужно с вами посовещаться. Давайте быстро. Быстро. Дверь там закрывайте за собой, не в лифте родились. Хотя, может, в лифте, я не знаю. Поэтому я вас сразу же спрашиваю. Мы остаемся здесь или собираем свои манатки и топаем в какое-то более благополучное место? Более. Ты мне хочешь сказать... Подожди, просто... Можешь меня послушать? Ну. Мне нужно тебе кое-что показать. Ну так подожди, как... Перед тем, как ты примешь это решение, иди за мной. Ты где? Вот он я, около столба. Ну. Вот, мы заходим в наш дом. Ну. Вот. Если смотри, ты мне сейчас покажешь шахту, это фигня просто. Вот апартаменты Нукзанчика и уголок, и неважно кого. Ага, кто кого. То есть ты мне хочешь... То есть ты мне хочешь сказать то, что вот это вот все. Ага. Да, ты зря делал. Я 3 стрима зря выстраивал! Да. Так это такая фигня бомжатская просто, это за 10 минут построить. А давай пойдем к тебе на хату, давай, хорошо. Давай, пошли, давай. Так он не отрицает, что хочет съехать. Вот прям через пол пошли, давай. Давай. Ну? А это конь Клайпа. Это не Клайп, это нет. Это мой конь. Короля. И вот ты мне хочешь сказать, я не отрицаю. Я не отрицаю то, что у меня халупа. Я не отрицаю, но поэтому я и думаю, мне строить что-то хорошее, я все вышли на улицу. Мне строить что-то хорошее, или мы съезжаем в другое место, и я начинаю строить там. Съезжаем. Мне кажется, стоит на разведку сначала сходить. Потому мне никогда не нравилось. Там что, дождь фигачит в другом биоме? Да. Мне никогда не нравилось, жить в этом, в саванне. Тут земля желтая, понимаешь? Тут ничего расти не будет, потому что земля здесь неплодородная. А вот это что? Это пшеница, пшеница мне нафиг не нужна. Можно поехать куда-то в красивую эту, равнину. Где зеленая трава, понимаешь? Иди сюда. Да что ты хочешь? Ну! Просто иди сюда. Ну. Так вот зеленая трава. Тебя вот эта трава устраивает? Ты так тут не живописно! Мадрид, Мадрид! Я японский кинотеатр! Тут это... Что ты хотел сказать? В новой версии Майнкрафта тут такие виды открываются, тут такие горы, пересекающиеся с пещерами. Давай вообще в шахте будем строиться! Ладно, хорошо, давайте сделаем так, все обратно на центр, быстро. Переехать лучше. Да у нее просто хаты нет, вот она и жалуется. Давай. А при чем тут хаты? Все обратно.
Я уже начала строить. Все обратно, давайте. Короче, делаем так. Все обратно в центр. Можно я тоже к тебе поднимусь? Нет, дело это больше не моя правая рука. Ты можешь уйти вообще, покинуть сервер, в принципе. Давайте. Обратно зашел, я пошутил. Обратно зашел. Мы можем жить здесь. Мы можем начать строить себе дом. И постепенно будем ходить на разведку. Это раз, вот. Мы можем начать строить здесь, потом каждый раз, каждый день, каждый стрим куда-то ходить на разведку. Если мы найдем прям пушечное место, все переедем туда. Вот я так считаю. Все, молодцы, все, сейчас за работу, чтобы до конца стрима каждый подписчик, который на стриме находится, офигел. У кого будет самый красивейший дом до конца стрима, а стрим еще будет длиться, да, я посмотрю сколько, ровно 1:43. Вот. У кого, подожди, Хурей, у кого до конца этого стрима будет самый красивейший дом, тот от меня получит, я не знаю, там, футболку из моего магазина мерча. Всем все понятно? Я ему лично закажу, Что? Лично. Можно? Заходим. Ой, я упал. Сюда. Знаешь, я резко осознал свою ошибку. Ну? Я понял, что... Никакие трусы в этом мире не стоят столько же, сколько ты. Угу. Ты важнее мне этих трусов. Угу. И... Вот, уже... Да не, все. Не-не. Ну. Не-не. Он уже в моих трусах херейт, поздно. Нет. Поздно ты осознал. Вот, вот так бы ты сразу и сказал, потому что ты носишь чужие трусы. Все. Почему в чате пишут, у меня лагает? Больше ты нашу дружбу обратно не ведешь. Кустик! Слишком близко строишься в другое место. Да, тут у нас будет площадь и будет стоять статуя. Помоги Кустику переехать куда-то чуть подальше, Хэрейт, если ты не против. А я твоя правая рука? Ты моя правая рука, да. Ну, вот это сразу же. Все. А я кто? Ты Клайб. Я тебе от души отдал свои труселя. Ты бибис или кто там? Вот и все. Бибис! То есть ты забрал мои труселя? То есть ты просто забрал мои труселя, и что, я просто... Бибис! Я не забирал твои труселя, я отдал обратно Хэрейт. Ты в них сейчас ходишь? Я не хожу, у меня железные поножи. Так я тебе их отдал. Они мне нужны, на! Так это поножи, а не труселя, дурак! Забери обратно! Это я считаю неправильно. Это будет как бы, ну... это все, это будет просто вход обычный, да? Ничего примечательного здесь нет, просто окошко. Но внутри... хоромы бога просто. Просто... каждый человек, кто будет заходить ко мне домой, будет говорить, нифига себе! Вот что мы сейчас будем строить. Мне, к слову, тоже ель нужна, поэтому можем выдвигаться. Нужна она, по-моему, даже всем. Седьмой день уже к концу подходит. Мне кажется, вот сейчас ночь закончится, и я выдвинусь на поиски леса. Так, но перед тем, как я выдвинусь, мне кажется, мне надо немножко приодеться. У нас хватает, в принципе, ресурсов. Сам себе штаны сделаю. Спасибо за помощь, Хэрейт. Спасибо большое тебе, Хэрейт. Что ж бы я без тебя делал? Спасибо большое. Это сарказм, если что, я надеюсь, ты понимаешь. Слушай, я тебе их собирался их отдавать, ты мне что сказал? Не-не-не, уже поздно. А как это называется? Кузница. Как кузница называется? Стол кузнеца. А, так я помню, как он делается. Подожди, зачем я буду гуглить? Он же вроде делается вот так. Там как верстак и два железа. Да, просто вот так. Вот, и все. Нафига. Все, это раз, два. С учитывая, что незрита у нас с вами прям много, ребята. Так. И ачивка есть. И ачивка есть, нормально. Ты у меня так, что все. Хэрейт, подойди сюда, подойди ко мне, быстро. Клайб ко мне, Хэрейт ко мне, Иксданул ко мне. А Иксданил здесь вообще? У меня тоже к тебе подарок есть. Давай, заходите, пацаны, заходите, давайте, быстро. У меня тоже тебе подарок есть. Какой? Тебе понравится, я уйди ты со своими подарками уже. Так, чё надо? Откуда? Подогнали только что. Фига себе! Богатей, что-то на богатом, походу. Так, Клайб. Тут есть стол кузнеца. На, рожай себе. Рожай. Иксданул, на, держи, это тебе. О, спасибо. Хэрейт, раз, два, три, это тебе. Ух ты, спасибо! А, Иксданил, подойди сюда. А, подойди, сейчас надо своих братков одеть, понимаете? Братва, каждый брат за брата так за основу взято, понимаете? Иксданил, на, иди сюда.
Подожди, сразу я сам тебе сделаю, чтобы ты даже не утруждался. На, Икс, Данил, на, давай, давай. Вообще кайфарик, кайфарик. А теперь мне нужен обсидиан, и мне надо это стол сделать, стол. А, сейчас понесу. Давай, рожайте. Клайв, ты у нас защитник деревни? Я не хочу быть защитником. А кем ты хочешь быть? Я хочу быть левой пяткой твоей. Нет, иди, ты будешь защитником. Я тебя назначаю рыцарем этой деревни. Ты главный. Иди. Главный в смысле в деревне. Главный в смысле охранник этой деревни. На. Да, давай, давай. А, так у нас... Подожди! А так у меня уже два стола зачарования есть. Так, тогда мне нужны книжные полки, Крейт, иди. Ну такого уже нет. А чё, смысле, такого уже нет. Прочность, острота. Ну ладно, я тогда пока ничего делать не буду. Я пока это все выложу. Мой тебе совет. Чё? Сделай высокие потолки, чтобы когда фейерверк бабахал, ты. Да у меня незритовая бронька, Крейт, и я в этой серии еще переезжать буду. Куда? Наверх туда. Так, мне надо что-то еще взять с собой или нет, я не знаю. На всякий случай возьму тотемы бессмертия, на всякий случай. Вдруг они мне пригодятся. Вот так, два возьму. А эндержемчуг не нужен, это алма... Клайп! Иди ко мне. Иди ко мне, быстренько, иди ко мне, пупсик, давай. Бибис. Иди ко... Да почему я залезаю на эту лошадь? Клайпеда теперь Бибис. Да, но давайте больше... Клайпик. Да, заходи, дорогой. Он заходи. Больше не Клайпик. Почему Бибис? Я звал он Клайпа, а пришел Икс Данил? Забирай, это тебе Клайпик. А это... Так, все! Это я забираю на всякий случай. Это уже. О, Кендера нам, в принципе, пригодится-то на самом деле. Все. А у нас. Слушайте, а сейчас вопрос. А у нас за все счет. Спасибо! Это кто был? Dirty Pumpkin, спасибо же. А у нас. За все это время существования хардкора. Такой сезон на стриме, где-то 4-5, да? 4. Да. А у нас за все это время мы хотя бы убивали дракона один раз? Нет! Мы ни разу за все время существования хардкора. Все кончалось тем, что ты умирал и... Да. За все время мы ни разу не убивали дракона, чтобы вы просто понимали это. Поэтому я верю. Я верю в то, что мы проживем до 100 дней. Наш рекорд 100 дней, даже тут живут люди, где вы живете. Вот это и хата, вот это и хата. Это наша. Так стройте давайте. Так, этот, Хурейт, Икс Данил, за мной. Погнали. Давайте, Клайп, ты остаешься командиром-капитаном. Хорошо. Давай, обороняй, самое главное, обороняй. Так, все, картошка, ты остаешься картошкой, давай. Да, спасибо большое. Как же я дырок таких боюсь, я не могу, у меня сердце ёкает. Просто каждый раз, когда их вижу. А Икс Данил где? Я бегу. Так давай! Ой, я уже рядом. И звание, самая страшная постройка в этом городе, это там... Как оно сказать? Как слово? Слово из головы вылетело. И звание самой страшной постройки в городе достается. А, Кирилл, 28. Это что за не до небоскреб какой-то, а? То есть посмотри, с кем ты рядом живешь просто. Посмотри на красивейший этот дом. Это Флозер. Это... Я в конце стрима буду сносить самые его вот эти страшные дома. Поэтому, Кирилл, Дода 8, я тебе предупреждение даю. Все, давайте, пошли, пацаны. Пошли.